Картины, которые создает режиссер Валерия Гай Германика, считаются самыми ожидаемыми и обсуждаемыми. Смелость, дерзость, в хорошем смысле слова, яркая подача материала, глубокое исследование подаваемого сюжета. То, что отличает ее от прочих создателей кино. Благодаря Валерии зритель увидел такие проекты, как «Все умрут, а я останусь», «Краткий курс счастливой жизни», «Школа», «Да и да» и другие. А очередной новый сериал «Обоюдное согласие» вновь заставил заговорить об острых социальных проблемах. Первый сезон получил невероятное количество отзывов. А будет ли продолжение? Сериал является не шаблонной картиной в жанре криминальная драма. Она создана для того, чтобы показать силу слабой женщины, даже после того, как она пережила унижение и насилие со стороны нескольких мужчин. Стать примером для своих учениц, пытаться бороться за справедливость и правду, быть услышанной и понятой. Главный посыл картины. Известно, что создатели не планировали запускать многосерийный проект, поэтому второго сезона сериала «Обоюдное согласие» не будет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.